Приветствую, мои дорогие подписчики, а также все гостей моего канала. Ребят, всем привет! А если ты впервые зашел на мой канал, то обязательно оставайся, подписывайся. Ты зашел туда, куда нужно. Тут ты увидишь очень много интересного контента. Ну а сегодня, ребятки, мы зашли на бета-тест Free Fire. Проверим сегодня везучесть на бета-тесте. Везучесть инкубатора. Не знаю, насколько мы сможем тут вообще что-то себе выбить. Сможем ли вообще себе тут что-то выбить? Я не знаю, ребят. Но постараемся, в общем, тут что-нибудь, даже, знаете, пусть будет даже хоть один сетик выбить, это уже будет большой плюсик. Ребят, обязательно поставьте лайк, я думаю, будет очень интересно. У нас на счету почти 9500 кристаллов. Постараемся их все потратить на инкубатор и попробуем сегодня выбить максимально крутой сетик. Конечно, он будет в самом верху, да, вот, ребят. Постараемся выбить вот этот прикольный сетик, но, в принципе, остальное за вами. Обязательно поставить лайк и подписаться. Ну что, ребят, всем желаю приятного просмотра, а себе везения. Ну что, начинаем. Давайте сначала один раз прокрутим по 60. Один раз. Нет. И крутим, ребят, по 240. Пожалуйста, ребят, поддержите, ребят, пожалуйста, поставьте лайк, пожалуйста, ребят, ну поддержите. Какая-то фигня. Да зачем нам лутбокс вот этот? Нам чертежи нужны. Чертежи. Алло. Ребят, пробуем еще раз. Ребят, поставьте, пожалуйста, лайк, ребят. Я вижу, если вы лайк не поставите, мне в любом случае не повезет, ребят. Нужны ваши лойсы. Да зачем нам одни карты, алло? Угораешь, что ли? Нам одни карты падают. И слышишь, ты баран, блин. Это, ребят, рофлю, рофлю. Может, это зачухает сейчас. Дает одни карты, представляете, ребят? Дает тип тупо просто одни карты. А что такое-то? Зачем нам одни карты-то? Алло. Ребят, пробуем еще раз. Ну давай, давай, нам не нужны карты. Ребят, как меня это бесит просто. Меня просто калит. Одни карты. Просто калит. Вы если бы знали как. Да зачем мне карты? Чертеж выпал. Офигеть. А, Шали, чертеж выпал. Чертеж выпал. Да будет, не знаю. Да, тут, походу, шанс просто минимальный, ребят, да? Не, ну... Посмотрим, ребят. Посмотрим. Ну, я думаю, тут мы нифига не выбьем. Нифига не выбьем. Одни карты. Одни тупо... А, я в шоке. Дай ты что-нибудь, алло. Опять карта. Опять карта. Еще на карту. О, ну неужели, неужели. Второй рубин упал, ребят. Ну еще один рубин, и у нас будет сет, ребят. Опять карта. Еще карту. И еще карту. И еще карту. Нифига себе. Не, нормально, ребят. Видите, что творит? Просто одни карты дает. Тупо дает одни карты. О, сетик уже есть один. Ну ладно, поехали дальше. Вот дайте чертеж. Тут два чертежа. Три чертежа. Тут три чертежа, ребят, чтобы понимали. Три. И он дает тупо одни карты. Смотрите. Ошибка? Ошибка? Что за ошибка? О, еще! А давай еще. Блин. Сейчас, ребят. Карта.
Давай, 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 давай. Ну блин, ну еще шажочек ты сделай, ну что тебе жалко что ли? Пипец. Просто пипец, ребят, я в шоке. Да ты че, угораешь, алло? Да. Просто реально, он реально ничего не дает, ребят. Да! Чертеж еще один есть. Ну давай, поехали дальше. Карта, карта, карта и карта. Сильно. Сильно. Блин. Ребят, мне кажется, напишите, ребят, обязательно в комментариях, как думаете, какой инкубатор более такой дающий, тута или в обычном Free Fire, в обычной игре. Точнее, в обычном эмуляторе. Или на бета-тесте. Я не знаю, мне кажется, тут вообще он ничего не дает. Одни лутбоксы и карты. Пятый. Ну, это уже нормально. Даже понимаю. Пятый, это уже хорошо. Сколько нам нужно до максималки? 8, да? И 3 этих. Я понял. 8 нам нужно, ребят. 8. Ну дай ты! Чертеж есть. Еще чертеж. Два чертежа? Два чертежа? Что? Что? Два чертежа? Мы уже можем обменять. Давайте еще покрутим до 4000. До 4000 покрутим. Дай нам рубин. Дай рубин. Понятно. Понятно. Окей. Бесплатный крутим, ребят. Крутим бесплатные. Есть. 6. Еще 2, ребят, надо. Еще 2 нужно. Пожалуйста, сделай красиво. Не карта. Ну что? 5, 8. Давайте купим. Купим мы на обменять. Ок, открыть, надеть сразу. Пойдем, ребят, сразу мы в джекпот алмазный. Посмотрим, что же тут можем выбить, ребят. Не знаю. Давайте сразу тут добьем, да? Или что? Или оружейный. Погнали, ребят. Покрутим сразу же мы алмазный джекпот. Фиг. Фиг. Просто фиг называется. Поехали дальше. Набор упал. Набор упал, ребят, не шутя. Ну давай еще. Ну, меня это уже радует. Меня это уже радует. Вот это уже хорошо. Вот это уже нормально. Давай-ка еще. Ну, я так понял, нам инкубатор мы не выбьем, да? Инкубатор, офигеть, сколько тут наборов. Сколько тут наборов, ни шали.
Мишали. Да. Просто пока ничего не хочет давать, ребят. Да! Блин, а... это нам осколки упали. Ты серьезно? Ты серьезно? Это нам упали осколки, ребят. Ну, крутим еще 8 раз. Да. Просто жесть. Просто жесть. Нет. 81 лаки, ребят, чтобы понимали. Походу ничего не выпадет. Походу нам ничего, ребят, не выпадет. Что? Редкая вещь, набор ковбоя. Это редкая вещь? Да, поехали дальше. Ну выпадет золотой, ну выпадет золотой. Я так понял, ребят, тут, а чтобы выбить, короче, алмазный джекпот, ну уже куча, короче, кристаллов, просто куча, ребят. Просто нереальное большое количество, так понял. Ну да. В принципе, про что я и говорил. Чтобы выбить, тут, короче, нужно фиг знает что. Ладно, погнали, оружейный. 6 купончиков оружейных. Нет. Нет. Ну тут, короче, ребят, видно большая, очень большая вероятность, что ты можешь выбить там, не знаю, с каких-то там, не знаю, первых попыток там. Это, мне кажется, тут нереально. Да. Это тут нереально, ребят. Ну да, 24 часа прям вот мне там прям спасет. Понятно. Понятно, давай. Давай покрутим. Да-да-да-да-да, типа выпадешь, да? Да-да-да, угу. Не, ребят, это дохлый номер, я отвечаю. Это дохлый просто номер. Оружие. Еще одно оружие, да? Короче, ребят. Ну, в принципе, сами все видели, ребят, что тут-то, в принципе, выбить не так-то уж и просто, чем в обычке. Напишите в комментариях, как вы об этом, что по поводу этого думаете. Поставьте лайк, подпишитесь на канал. С вами был Дистер, ребят. Прощаюсь с вами надолго. Всем пока, ребят.